Сегодня мы будем купаться. Сейчас февраль. Какое сегодня число? 28. Сегодня 28 число, февраль. И сейчас мы окунемся сюда. Окунемся в эти льды. Они совсем ледяные. Но мы собираемся купаться. Как вам это? Что вы думаете? Вот они, два, так сказать, героя будущих. Видите, их мускулистые жопы и сиськи. Итак, мы готовимся и скоро, так сказать, отчаливаем. А вот вы видите, какой он этот лед. Упс, он проламывается прямо под ногами. Вот. Главное не порезать ноги и руки. И желательно жопу не порезать тоже. И радуга. И радуга. Чтобы радуга. Ты снимаешь? Да, Люда, ты готовая? Я готовая. Итак, смотрите. Мотор. Вот этот лед. Лед. Мы фактически умираем. От чего мы умираем? От радуги. От радуги. Я умираю от радуги. Но иду. Иисус Христос. Аж дыхание спирает. Ну, I'm downhill it now. Бельчик, hasta la vista. Ух, Паша, я... Блядь, дышать тяжело. Вспоминай. Вдох. Вдох, выдох. Вот, прямо среди льдов я хочу погрузиться под эту воду. Все, Паша, я готовый. Сейчас! Хо-хо-хо-хо-хо. Он не всплывает. О! Это круто! Ты там их потерял! Мы! Ноги вообще не чувствовали! Мы сейчас ноги не чувствуем! Фу, это круто! От меня, короче, пар идет! Ты паришься! Эйнар, ты паришься! Да, по телевизору на это смотреть легче! Вот, я хочу, чтобы вы увидели, как мы садимся и... Ой! Все, у тебя уже реакция тормозится. Эймер, мы тебя теряем. Ты забрызгал мне объектив, подонок. Смотрите, вот оно. Оп. Давай тапки. Тапки ему. А хуяпки тебе не надо? О, солнышко, вручае. Колючки злые. А теперь, пожалуйста, авторизованный комментарий Бельчика с точки зрения юриста. Как юрист, что вы скажете по этому поводу? Это нарушение всех законов об окружающей природной среде. Он не должен был выжить. Так, папа. Тут изменение закона быть. Так, жопа, Эйдер, жопа. Она не снималась, ну, извините. Я вторым пойду. Ну на тапки, вот они плавают. Давай. О, щит он, за фак. Блять, сейчас, секунду, Паша, стой. Ты мне не завидуешь, Эйнар? Я? Наоборот. Тебе предстоит классное чувство погружения в пучину. Ёлы-палы. Эйнар, ты можешь полежать котик, а то я уже просто замерз. Так, походи, я быстро оденусь и перейду, буду тебя снимать. Быстро он оденется. Вы слышали, что он сказал? Нет, ну если я не полностью оденусь, а только понакидываю на себя. О май гад! Да! Мы верим в тебя! Атлантики! Передай, пожалуйста, привет для Эрика! Покоритель Атлантики! Пора погружаться!
Венчик, позовешь, когда будешь нырять. Хорошо. Покоритель Атлантики движется. Давай! Жги! Только ноги остались на поверхности. Как, Бельчик? Я не знаю, где лапать. Сзади, сзади. Ощущение непередаваемо. Ну я думал, холоднее будет под водой, а под водой так еще да. Не. Вот сам лед холодный, и руки, и ноги чуть мерзнут. Да. Но терпимо, конечно. Я не знаю, ожидал, конечно, сколько бы выдержал. Я ожидал намного хуже. Вопреки всем законам, мы пока что живы. Так, ну что, тебе лапти, Паш? Давай, наверное, мне. А то я, блин, пока в нём не хочу. Ну следи, ты просто смотри на ноги. Ты не чувствуешь. Я вообще вот лапоть слетел, абсолютно не почувствовал. Дай, подержу. Давай. Стоять. Это, конечно, было мощно. Так, первый лапоть надет. Давай. Второй путь. Лапоть. Эйнар будет снимать. И тебя нормально держит эта веревочка? Стоп. Куда? Нет, лапоть убегает. Лови лапоть, там же течение. Снимать, ты знаешь? Да. Пока ты его несешь. А он там флакер показывает. Венчик, тебе полотенце дай. Сейчас я дойду, ты мне дашь. На, хоть голову вытри. Держи. Здесь, мама, не, подержи ты секунду, сейчас подашь, я быстро наверх запрыгну. Я горд. Паша, скажите, пожалуйста, вы хер? Я должен авторизованно заявить, что я не хер. Давайте идите, мы вас снимаем. Еще я как специалист говорю, что как это делать там неприятно. Есть картинка, мы даем картинку, Таня. Алексей. Дура! Марина! Здравствуйте, сегодня я Михаил. Паша, пошевели жопой. Та-т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 а
я сюда сегодня залез. Вы хотите помочить свои мудицы? А? Мудицы! Помочите мудицы в холодной водице. А там мы видим Бельчика, а вон он выглядывает. Бельчик, покажи пипиську. О, мужик. У Бельчика такая прическа классная. Ой, вот он. Что, у всех слетает тапок?
О, проф, а занырни под льдину и головой ее так разбей, хоть с краю. Да за кого же вы меня держите, в конце концов? За этого, Ваньку. Нет, а просто подойди к ней, опусти голову и так бамц. Давай, давай, и вылазь быстрее, а то ты что-то начинаешь. Ладно, проф, ну хоть вылазь, бо ты что-то труситься начинаешь. Да я ж трушусь, я ж стоял там в воде. Так, вот вам представление. Что, не проломил? Не проламывается. А! Один тапок, а второго нет. А второй подо льдом. Вот тапок. Тапок потеряли. Проф, он уплывает. Да один-то ладно, вот второй нет. Да ладно. Да. А может... А вы говорите ледоколы, и пингвины, титаники. Да, проф, у тебя самое мощное видео получилось. О, а вот и второй. Отличненько. Все, давай на берег. Вы видите, как трясутся руки в объективе у нас. Вообще так прохладненько немножко. Но прохладненько только вот в периферийные части тела, в конечности. Руки, ноги, там, пиписька. Но уже не холодно. А остальное, да, классно вообще. Супер. Будем еще купаться. Итак, сегодня 28 февраля. Вы смотрели передачу «В мире идиотов». До свидания. Мы прощаемся с вами.